Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно покинула остров любви и вернулась на поляну. Иосиф Оганесян хочет попробовать построить отношения с Дарьей Лымарь. Черно, приехав на поляну, поменяла имидж. Ходят слухи, что Черно беременна. Она опубликовала свежее фото с положительным тестом на беременность. Девушка сохраняет интригу и пообещала, что прояснит все в эфирах. Поменяла имидж и Таня Мусульбес. Она теперь ходит с косичками. Рома Гриценко не теряет надежду завоевать Ольгу Бузову. Он предложил ей провести Новый год у него дома в Омске. В сети появилось фото бизнесмена, который готов забрать Абрамсон-старшую из Дома-2. Он увидел Марину Тристановну с экрана телевизора и влюбился. Беременность Ольги Рапунцель не дает покоя телезрителям. В сети появился коллаж с ее фотографиями, сделанными в разное время. Если судить по снимкам, то за 4 месяца ее живот совершенно не изменился. Ольга и Дима Дмитренко придумали, как им подольше остаться на проекте. Как вы помните, Ольга Бузова дала Рапунцель иммунитет до самых родов. И теперь в планах пары рождение второго ребенка сразу после первого. Землячка Ольги из Владивостока рассказала, как над ней издевались местные жители. «Я ее знаю с самого детства», – пишет женщина, – «она моя соседка с сопок. Ей к травле не привыкать, ее по жизни травили. Она униженная самыми униженными». В недавнем эфире Лизу Триандафилиди показали в очень некрасивой позе. На одном из стоп-кадров видно, как девушка валяется рядом с Алексеем Чайщицем. В то время как Алексей полностью одет, Лиза засветила на камеру свою промежность, едва прикрытую трусиками ниточками. А Рай Чебанян не оставил Александре Шева никаких надежд на серьезные отношения. Как оказалось, он считает каждую участницу Дома-2 падшей женщиной, в том числе и Шеву. Он сказал, что ни в коем случае не собирается жениться ни на одной из них. В сети ходят слухи про Катю Жужу. В ее жизни появился новый мужчина, причем очень состоятельный. Он миллионер и может позволить себе содержать Катю. Он задаривает ее дорогими подарками и возит за границу. Недавно они вернулись из Парижа и Амстердама. Психолог, который принимал участие в съемках Дома-2, Михаил Козлов, решил принять участие в выборах президента как кандидат. Он советует всем ставить перед собой самые амбициозные цели. Елена Степунина закончила свое лечение от рака. Желаем девушке здоровья и чтобы ее выздоровление было подтверждено официально. Маша Кахно занялась бизнесом. Она приглашает своих поклонников отправиться с ней в авторский музыкальный тур в Будапешт и Вену. На протяжении 10 дней она будет радовать клиентов выступлениями в приятной обстановке в стиле квартирника, а также экскурсиями по красивым городам. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.